Команды тинейджеров со всей Кировской области уже показали яркие танцевальные номера на конкурсе молодежных субкультур «Свой взгляд». Подробности у Ивана Швецова. Перед гала-концертом в фойе ОДНТ зрители видели разминку известной кировской команды брейкеров с запоминающимся названием «Мертвые мухи». Мухи, кстати, оказались абсолютно живые и не только показывали основные движения брейк-данса, но и предлагали всем желающим повторить их замысловатое па. Занимаюсь я уже 5 лет. Вот, затянул со школы. Сразу этот вид как бы танца мне очень понравился. Он такой динамичный, он помогает как бы отойти от проблем каких-то, там от учебы, от всего он помогает отойти. Конкурс «Свой взгляд» проводится в Кирове впервые. Он призван поддержать молодежные субкультуры, пропагандировать здоровый образ жизни и содействовать развитию современных видов танцевального творчества. Зрителей в зале было немного, но те, что пришли на концерт, получили огромное удовольствие от увиденного. Мы сегодня будем показывать шоу, которое мы составили, называется «Танкиан». У нас обыграна в основном только музыка, ну то есть рассчитана на любую публику, на молодежь, но и на взрослых. Готовились очень долго, в принципе, очень сложно подбирать движения, отрабатывать их, отрабатывали часами в залах. Музыку подбирали тоже очень классическую, чтобы было для души, чтобы зрителю приятно было смотреть. Иван Швецов, Валерий Никулин, «Вести», Киров.